Вот так делают многие. И при этом считают, что от жвачки нет никакого вреда. Но они ошибаются. Выброшенную жвачку птицы часто принимают за корм и хватают ее клювом. У маленьких птиц он может склеиться, и животные погибают от голода. Жвачка – второй по популярности мусор в мире. На первом месте – пластик. В Атлантическом океане есть остров, который тянется на несколько километров. И он весь из пластиковых бутылок и пакетов. Эти отходы губительны для рыб и животных, обитающих в океане. Если выбросить пластик на землю, то он полностью распадается только лишь через 500 лет. Чтобы спасти планету от пластикового мусора, ученые придумали его перерабатывать. Нужно лишь жвачку и пластик выбрасывать в специальные контейнеры. Их обрабатывают на специальном заводе и получают, например, игрушки. А это далекий от города казахский аул. Тут нет школы, она в соседнем селе, до которого идти 8 километров. И дети, живущие в ауле, вынуждены ходить в школу пешком в любую погоду. В том же селе находится и больница. Тут не всегда хватает лекарств, а иногда и врачей. Во всем мире люди не получают качественную медицинскую помощь в полном объеме, а более 200 миллионов детей не имеют доступа к образованию. Это все называют глобальными проблемами. Для их решения все люди мира должны объединиться и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Для этого необходимо ликвидировать нищету, обеспечить людей достойной работой, образованием, медициной, гендерным равенством, беречь экологию и улучшать жизнь в любых населенных пунктах. Не думай, что это тебе не по силам. Одно маленькое дело – выбросить пластик или жвачку в специальный контейнер. Это первый шаг к тому, чтобы сделать мир вокруг себя лучше.